Всем привет! Сегодня я буду делать обзор на компьютерную мышь Razer Imperator 2012. Мышка стоимостью от 2000 до 4000. Купил сам за 2200 по электронному магазину. Также советую. Начнем его открывать. Так как я им уже пользовался где-то около 2 месяцев, она уже открыта. Тут у нас мышка сама и бумаги. Сейчас попробуем. Значит, коробку уберем. Первая бумажка — это у нас инструкция. Советую почитать. Вторая — что-то, какие-то ее особенности написаны. Третье — это о игроке, который играет с этой мышкой. На вид Капио Джаради, не знаю такого, в КС 1.6. Ну, надо будет посмотреть, насколько он хорош. И еще это у нас тоже какая-то инструкция. Она раскладывается. Сейчас посмотрим. Какой-то домик. Ладно, уберем. И вот в этом конверте вы сможете найти наклейки. Две со знаком Razer. И вроде все. Ну и приступим к обзору самой мышки. Провод сделан, он веревчатый такой. Особенности. Первое — это передвижение боковых кнопок под удобство игрока. Не получается. Сейчас попробуем. Вот, да. Передвигается. Ну, я ими не пользуюсь, но удобнее всего так. Две кнопки для переключения чувствительности DPI. Колесико мышки. Лежит мне очень хорошо под руку. Тут находятся 2 сенсора, оптический и сенсорный. Ну, мышкой пользуюсь. Очень хорошая игровая. Сейчас посмотрим, как она спереди выглядит. Да, замечательно. Колесико очень удобно. Провод достаточно длинный. Нет, в принципе, неважно какой он. Что-то запутался. Ну вот. И это, в общем, еще не все. Мышку я обозрел. К ней я также купил себе коврик. Не, это не Na'Vi, даже не Razer. Так как я не мог ее открыть, я тут запорвал все. Значит, открываем. Сейчас, подождите. Да, все, понял. Как открывается, я уже забыл. Сейчас попробуем достать сам коврик. Сначала посмотрим. Значит, у нас тут написано, что он сверхтонкий и всякое такое. Коробку уберем. И вот сам коврик. Кобра очень мне напоминает коврик от Razer. Может быть, они от них-то и взяли. Значит, сейчас почитаем по-русски, что у нас написано. Вот. У нас написано: двухсторонняя сверхтонкая волокнистая тканевая поверхность, применяется натуральный каучук, плотная и выровненная интенсивная технология. Но тонкая технология подогнута и подшита края. Дизайн специального стиля. Ну что ж, сейчас попробуем. Коврик у нас этот тканевый. Ой, резиновый. Там же каучук. Двигается мышка хорошо, но сейчас у меня поверхность там не твердая, поэтому немного неудобно. А так очень хорошо. Единственное, огорчило то, что когда я его открыл, он неровный немного. Не знаю, я пробовал его как-то изменить, но ничего не получилось. Ну, ладно. Коврик хороший, мышка тоже. Советую также... Сейчас коврик уберем. Советую посмотреть прошлый обзор на наушники Philips The Stretch. Ссылка будет под описанием, также вы можете найти на канале. Ну ладно, всем пока.